Рубрика «Ответы на вопросы». Мне очень нравится, что вы в комментариях у меня спрашиваете. Я люблю отвечать на ваши вопросы, рассказывать то, что я знаю, делиться с вами своими секретами. Значит, вопрос о том, какую нагрузку выдерживает шнур. Значит, какая нагрузка идет на гамак? Первая нагрузка на крючок, на котором держится гамак. Он металлический, специально вплетаю металл для того, чтобы все было надежно. Вторая нагрузка идет на обручи. Они сделаны из верхней и нижней обруч, сделаны из профиля 2 сантиметра сечением квадратным. И нагрузка на шнур. Шнур здесь необычный. То есть нельзя пойти в магазин хозяйственный, купить бельевую веревку, связать гамак. Нет, это гамаковая специальная веревка с сердечником. И в отдельном видео я расскажу более подробно, какие веревки бывают и какие подходят для гамака, какие не подходят, хотя визуально выглядит так, как будто это гамаковый канат, гамаковый шнур. Нагрузку выдерживает более 100 кг, потому что шнур на разрыв, правда, идет 150 кг, метр. А тут знаете сколько? Тут почти 1,5 км шнура. И если вы крепите к потолку на крюк, вот, значит, надо понимать, какая нагрузка идет на потолок, насколько вот этот крюк, который кронштейн или крепление, которое вы используете, выдержит вас или там вас и ребенка, вас и мужа, или вашу семью, двоих взрослых или взрослого ребенка, детей, это уж точно он должен выдержать. А еще бывают стойки, на которых крепится гамак. Стойки мы тоже производим. Они, если вы хотите посмотреть, есть у меня в профиле. Посмотрите, я тоже там подробно о них рассказываю, потому что не все стойки подходят для таких гамаков. Задавайте вопросы, я вам обязательно отвечу. Встретимся в следующем видео.